под родительским крылом с новыми возможностями от Беларусьбанка. Начало учебного года всегда дополнительный повод для волнения и взрослых, и детворы. Как перестать беспокоиться по пустякам родителям и дать своим чадам дополнительные возможности, уже знают десятки тысяч белорусских семей. Молодежный, модный и современный продукт. Карта учащегося от старейшего банка страны завоевывает все большую популярность у пользователей. С его преимуществами знакомилась Наталья Луговкина. Для семьи Метелица быть в курсе новых банковских продуктов уже часть повседневной жизни. И это неудивительно. Современность диктует свои условия. А знания, как известно, лишними не бывают. Вот и сегодня почти полным составом семья отправилась в Беларусьбанк, чтобы получить дополнительную информацию по страхованию платежных карточек через карту учащегося, которая уже есть у дочери. Пока младший брат увлечен рисованием, мама с сестренкой получают консультацию специалиста о дополнительных бонусах и скидках. Отдаю я вам буклетик, чтобы вы подробно ознакомились с картой учащегося. Спасибо большое. Приходите. Спасибо большое. Обязательно. Преимущество карты учащегося Виктория и ее дочь оценили на практике. Больше года назад, узнав о существовании этого банковского продукта, решили ее попробовать в действии. Мама признается, ни разу не подвел. Мы всегда переживаем за наших детей, наличие у них денежных средств, и, наверное, еще больше мы переживаем за их сохранность. С картой и мобильным приложением, которое идет в дополнение к этой карте, Мобитин, я абсолютно спокойна. Я всегда могу быть с ней рядом виртуально, да, не оставить ее без денег в какой-то ситуации. И самое главное, наверное, как для любого родителя, я могу отслеживать ее местоположение. В удобстве пользования картой учащегося дочь с мамой единодушна. При этом София заверяет, уникальный продукт способен нивелировать извечный конфликт отцов и детей. Через него молодое поколение самостоятельно получает знания о финансовой грамотности, а не через наставления родителей. Я рассчитываюсь в магазинах, в школьном буфете. У меня есть приложение. Я могу посмотреть, сколько денег у меня на балансе, сколько я потратила, сколько осталось, и рассчитывать как-то свой бюджет. О росте популярности банковского продукта говорит и статистика. С момента запуска Беларусьбанком проекта «Карта учащегося» к нему присоединилось порядка 900 учебных заведений по всей стране. В Брестской области Беларусьбанком выпущено уже более 20 тысяч ученических карт. И причем это сделано не только в городах, но и в сельских населенных пунктах. Мы благодарны всем причастным к ученическому проекту. Данному проекту «Быть» мы будем и далее развивать, присоединять к себе оставшиеся школы, выпускать ученические карты, ведь это удобно, быстро, безопасно и бесплатно. Благодаря сотрудничеству Беларусьбанка с государственными органами власти в начале нового учебного года карта учащегося стала более функциональной. В августе 2024 года принято постановление Совета министров номер 640, которое на законодательном уровне определяет многофункциональный документ карты учащегося для проезда в общественном транспорте. Успела оценить преимущества новинки и администрация учреждения образования, отдав предпочтение пластиковой карте, а не бумажной справке. С количеством учащихся в школе их больше 800, порядка где-то 600 учащихся, они осуществляют проезд. Либо в объединение по интересам, либо в школу кто-то ездит. И в достаточно сжатые сроки это все необходимо оформить. И это забирает большое количество времени. Опять же, это бумажная волокита. С точки зрения наличия пластиковой карточки, этот пласт работы убирается. И удобно родителям, и удобно нам. И все-таки финальную точку в вопросе могут поставить только непосредственные пользователи – наши дети. По карточке ты можешь просто рассчитаться и купить, и тебе не надо думать, куда положить сдачу, и не надо думать, то, что ты ее можешь потерять. Я езжу на автобусе, а сегодня дождь, и бумажная справка, она намокла уже. Но у меня есть пластиковая карта, которой я показываю и езжу бесплатно. Карта ученика сегодня является самым современным, чем вообще может обладать молодежь. Это модно, стильно и современно. Отзывы учащихся – лучшая реклама. Если вы хотите быть в числе тех, кто уже отбросил лишние волнения и тревоги, присоединяйтесь к проекту. Подробности о возможностях и условиях карты учащегося можно найти на сайте Беларусьбанк.бай.
Наталья Луговкина, Тиграна Копян, телерадиокомпания «Брест».